Сегодня утром неблагоприятные погодные условия стали причиной дорожной аварии недалеко от города Наважино. На повороте перевернулся епархиальный автобус с детьми. Троих маленьких пассажиров доставили в больницу. Серьезных повреждений нет. Не дожидаясь трагедии, сегодня в Мурме были проведены тактико-специальные учения. Автобус с людьми, грузовой и легковой автомобили попали в ДТП. На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации были привлечены силы и средства разных подразделений округа. На обочине недалеко от объездной дороги в ДТП попали сразу три транспортных средства. В автобусе и салоне легкового автомобиля находились пассажиры. В результате столкновения загорелась семерка. На место чрезвычайной ситуации прибыли все службы экстренного реагирования. Задействованы силы 11-го отряда Федеральной противопожарной службы, поисково-спасательного отряда администрации округа Муром, дорожно-строительного управления номер 1, скорой помощи и ГИБДД. В результате слаженных действий огонь был быстро потушен. Пострадавшие извлечены спасателями из поврежденного автомобиля и переданы врачам скорой помощи. Тут же был разбит спасательный лагерь. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации принимало участие более 30 человек и 8 единиц техники. После того, как потушили пожар, образовалась наледь. Для устранения его были использованы комбинированные дорожные машины. Автокран для погрузки на трав и эвакуации пострадавших машин после ДТП. Учитывая сегодняшние погодные условия, а именно ледяной дождь, смоделированная ситуация могла произойти и в жизни. Водителям стоит избегать резких торможений, быть максимально внимательным, двигаться с безопасной скоростью и держать дистанцию. На данных учениях мы перекрываем движение, ограничивая тем самым доступ к месту аварии. Скорость при таком ледяном покрытии должна составлять не более 20 км в час. И то нужно быть очень внимательным. По опыту работы в такой период времени в гололед, в день происходит по городу Мурому до 25 аварий. Действия по спасению людей отработаны. В результате проведения тактико-специальных учений все подразделения экстренных служб города со своей задачей справились. Елена Петрова, Александр Барсуков, новости Муром.